Закятуль-фитр или закят-сах обязан уплатить каждый мусульманин или мусульманка, имеющий пропитание на более чем одной сутки и живой ко времени захода солнца накануне Идуль-фитра, то есть накануне дня ураза Байрам. Так, если до этого момента родится ребенок, то за него следует уплатить закятуль-фитр. И если кто-либо умрет до этого момента, то за него закятуль-фитр не выплачивается. Закятуль-фитр можно уплатить в течение всего месяца Рамадан, но лучше со времени захода солнца, накануне дня ураза Байрам. Отдать его лучше всего до начала праздничного намаза, но можно и в течение праздничного дня до захода солнца. Откладывать его, выдачу после этого срока, запрещено, харам. А кто не успел выплатить закятуль-фитр к этому сроку, обязан возместить его как можно скорее. Каждый взрослый мусульманин обязан выплатить закят-сах не только за себя, но и за тех, кто законно находится на его ожидении, за жену, за детей и так далее. При этом желательно получить полномочия, вакиль, от тех, за кого уплачивается сах. Сах выплачивается наиболее часто употребляемыми продуктами. В России наиболее часто употребляемым продуктом является пшеничный хлеб, поэтому сах следует выплатить пшеницей. При этом пшеница должна быть хорошего качества и чистой. Согласно ханафитскому мазхабу, размер саха равен 3 килограммам из 700 грамм. И его можно выплатить деньгами, стоимость такого же количества пшеницы. А если ее выдают пшеницей, то достаточно половины саха. По шафитскому мазхабу, размер саха равен 2 килограммам и 400 грамм, но с учетом возможных примесей лучше отдать по 2 килограмма и 500 грамм. Некоторые алимы считают, что сах – это 2 килограмма и 700 грамм. Если взять за основу это количество, будет еще лучше. Если шафииты желают выплатить сах деньгами, тогда нужно в намерении указать, что следует за имамом Абу Ханифой. Намерение для закятуль-фитр. Я намереваюсь выплатить за себя обязательный закятуль-фитр во имя Всевышнего Аллаха. Если вы плачете за тех, кто находится под вашей опекой, то в намерении указывайте, за кого вы плачете. К примеру, я намереваюсь выплатить за свою жену, несовершеннолетних детей, сына, дочь, произнести имя. Обязательно закятуль-фитр во имя Всевышнего Аллаха. Если за совершеннолетнего закятуль-фитр выплачивает другой мусульманин, то следует его уполномочить на это, то есть сделать его вакилем. Закятуль-фитр очищает мусульманина от небольших грехов, от погрешности поста. В хадисе сказано, что пост, который мусульманин соблюдает в течение месяца Рамадан, не возносится на небо, а зависает между небом и землей, пока не будет уплачен закятуль-фитр. Но закят-сах следует уплатить независимо от того, соблюдал мусульманин пост в месяц Рамадан или нет. Если сах не был выплачен ранее, то его следует возместить как можно скорее, ибо это обязанность, фарз каждого мусульманина. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарии и нажать на колокольчик.